ОРВИ отступает, а клещи возвращаются. Как только ночью установится положительная температура, опасные пауки начнут атаковать приморцев. Врачи напоминают, для тех, кто не успел привиться от энцефалита осенью, прививочная кампания стартовала 1 марта. Первая прививка делается в марте, вторую прививку нужно сделать с интервалом месяц. Далее все зависит от схемы выбранной вакцины. То есть есть вакцины российского производства и есть вакцины импортного производства. В зависимости от той или иной вакцины схема подразумевает либо двукратное, либо трехкратное введение доз. Детей и пенсионеров защитят прививкой с российской вакциной бесплатно. Для остальных процедура платная. Благодаря активной прививочной кампании прошлого года от укуса клеща погиб всего один человек. В прошлом году у нас было больше 5700 зарегистрировано присасывание клещей или укусов. Значит, клещевой энцефалит зарегистрирован и лабораторно подтвержден в 29 случаях. Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – 133 случая. И рикетиозы были в 72 случаях. Именно на Дальнем Востоке 77 лет назад и был зафиксирован первый смертельно опасный укус клеща. В 90-х от него умирало до 25 человек за сезон. В последние годы заболеваемость энцефалитом в Приморье удалось снизить в 10 раз. Наталья Барт, Егор Фомин, «Панорама».